А вот красавец Пушкин, но тут такая ситуация, что, к сожалению, освещение не очень, и темноватик. Ну вот вопрос, что здесь делает пентаграмма перевернутая, что здесь делает пентуха на Пушкине, вот это вот интересно. Какие-то, ну все символично в Александре Сергеевиче Пушкине, гражданин Одессы, и пентаграмма перевернутая. Да, неожиданно так. Тут какие-то вода какая-то. Наташ, а знаешь, что я сейчас только что увидел? На памятнике Пушкину у него под бюстом, короче, у него пентаграмма перевернутая. То есть она летая, она с памятником. Ну, не знаю. Да, вот так вот. Набережная Одесская. Все отдыхают. Воскресенье сегодня. 29 число. Скоро ученички пойдут получать хорошие оценки.